Здравствуйте, дорогие учащиеся! В этой четверти вас ждет увлекательное путешествие в мир технологий и инженерии в разделе робототехника. Тема нашего урока – виды роботов и области их применения. Сегодня на уроке научитесь формулировать определение робота, а также приводить примеры разновидностей робота, области их применения. Давайте с вами подумаем, что же такое робот, какие виды роботов бывают, где они применяются, для чего человек использует роботов. Робот – это сложное автоматизированное устройство, предназначенное для осуществления различного рода операций, которые действуют по заранее заложенной программе. В зависимости от функций роботы бывают промышленные, по-другому можем сказать производственные, а также транспортные, бытовые, образовательные и медицинские. Впервые в 1921 году опубликовано научно-фантастическое произведение Карла Чапика, где человекоподобный неживой механизм из металла был представлен как РАР – Расумский универсальный робот. Это слово означает «подневольный труд». Робот действует по заранее заложенной программе, получая информацию о внешнем мире от датчиков, аналогов органов чувств живых организмов. Он самостоятельно осуществляет производственные и иные операции, обычно выполняемые человеком или животным. Робот может иметь связь с оператором, получать от него команды, а также действовать автономно. Зачем нам нужны роботы? В первую очередь они нам нужны для работы в темных, грязных, опасных и труднодоступных местах. Также роботы нам нужны для выполнения повторяющихся действий. Мы используем роботов для решения задач, требующих большой точности при их выполнении, а также для повышения производительности на заводах и фабриках. Давайте рассмотрим вместе, какие бывают роботы в быту. Робот-газонокосилка, как вы видите на экране. Также робот-пылесос. Робот-мойщик окон. Робот-игрушка. Что же такое робототехника? Робототехника – это междисциплинарная область с элементами механической, электрической и компьютерной инженерии. Робототехника изучает роботов и их применение в жизни людей. При изучении робототехники вам понадобятся знания в следующих предметах, таких как математика, которая поможет вам выполнять различные вычисления. Вы сможете узнать, с какой скоростью движется робот, вычислить, на сколько градусов он может поворачиваться и какое расстояние может пройти, а также язык и грамотность. На уроках робототехники вы будете улучшать свою речь, вы научитесь составлять презентации, создавать постеры, описывать свои идеи и представлять своих роботов. Области применения робототехники. Конечно же, это в первую очередь производство, а также медицина, образование, исследования, военная техника и безопасность, поисково-спасательные операции. На экране вы видите пример использования роботов на автомобильном заводе. Далее. Как роботы используются в области исследований? Робот Curiosity был спроектирован, собран и отправлен в 2011 году на Марс для изучения климата и геологии Красной планеты.
поисковые операции. Луноход, который был создан в 1970 году, был использован для исследования поверхности Луны. Первый дистанционно управляемый робот на другой планете или спутнике. Далее вы видите робот Данте. Этот робот предназначен для работы внутри вулкана. И робот Аква. Робот, предназначенный для подводных работ. В медицине, как мы упомянули ранее, роботы также используются. Уникальный робот Да Винчи является первым настоящим роботом-хирургом. С его помощью можно делать сложные хирургические операции. При этом хирург может находиться даже в другой стране и управлять роботом дистанционно. Военная техника и безопасность. На экране вы видите робот-сапер, предназначенный для уничтожения взрывчатых предметов, а также робот Big Dog, предназначенный для транспортировки военных грузов. В образовании роботы также используются. И один из таких видов роботов – это робот Нао. Робот, который используется в исследованиях и образовании. Потолочный робот поможет старикам. Японская автомобильная компания делает не только машины, но и проектирует роботов. Тамошние инженеры придумали оригинальное решение – размещать роботов на потолке. Это облегчит их работу в ограниченном пространстве. Стандартное жилое помещение современного человека перегружено мебелью и бытовыми приборами. Роботам в такой среде иногда просто негде развернуться. А вот если позволить им закрепиться повыше, ситуация меняется. Внешне потолочный робот напоминает летучую мышь, затаившуюся на потолке. Предварительное обучение потолочных роботов-помощников осуществляется в виртуальном пространстве. Такой принцип используется при проектировании многих роботов, правда, в основном для работы в лабораториях или на производстве. Инженеры Toyota хотят переориентировать своих роботов на оказание помощи пожилым людям в решении обычных бытовых задач. Роботы Toyota должны не заменять людей, а помогать им жить с комфортом. Сегодня в мире существует множество различных наборов для конструирования роботов. Они помогут вам собрать первого робота и начать знакомство с захватывающим миром робототехники. Теперь предлагаю вам выполнить следующее задание, где вам нужно будет установить соответствие. Робот для подводных работ. Верно, это робот Аква. Далее, робот для работы внутри вулкана. Робот Данте. Молодцы, вы отлично справляетесь. Первый настоящий робот-хирург. Верно, это робот Да Винчи. Робот, который используется в исследованиях и образовании. Это робот Нао. Отлично. На этом наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке вы узнали, что такое робот, что такое робототехника, и узнали, в каких областях применяются роботы. Надеюсь, полученная информация была для вас полезной. До встречи на следующем уроке!